Уважаемый Александр Викторович, хочу обратиться к вам вот с такой вот проблемой. Я являюсь жителем села Гудовка. Вот наше село, посмотрите, домов очень много уже. У нас нет дороги. Единственную дорогу, которую администрация в лице Ленева делала в том году, в декабре, я вам сейчас ее покажу, в каком она состоянии, было потрачено 2,5 миллиона. Но мы, жители села Гудовки, собрались своими средствами и на 300 тысяч сделали себе въезд по улице Веслевского, чтобы хотя бы как-то доезжать до домов. Но сейчас на самом деле дорога, которая сделана за 2,5 миллиона, разрушилась полностью. За 300 тысяч дорог, которую сделали жители, сами наняли машины, привезли песок. Хотя я неоднократно ходил к главе Леневу и обращался помочь, попросил песка на дорогу, чтобы жители хотя бы могли детей в школу отвозить. На что получил отказ. Прошу вас принять какие-либо меры и проверить ненадлежащее использование средств, государства средств, которые были выделены, 2,5 миллиона, были потрачены зря, дорога разрушилась. А ту дорогу, которую за 300 тысяч мы сделали, жители нашего поселка, лично я принимал в этом участие, она просто стоит и не разрушается. Вот, пожалуйста, прошу проверить и помочь нам, жителям села Гудовка. Мы тоже люди, мы тоже хотим существовать. Спасибо большое. Вот дорога, которую сделали за 2,5 миллиона. 20. Она разрушена полностью. Ни щебенки, ничего. Просто грунт. Вот эта дорога сделана за 2,5 миллиона по сметам, которые предоставляла администрация. Это въезд в село Гудовка. Дороги нет. Уважаемый Александр Викторович, а вот эта дорога, которую сделали мы, жители села, за 300 тысяч рублей, посмотрите на ее качество. И здесь также ездят машины грузовые. Вот привезли еще битого кирпича, чтобы хоть как-то жители могли заезжать. То есть эта дорога сделана за 300 тысяч рублей. А за 2,5 миллиона, которая сделана, она разрушена полностью за полгода. Вот, пожалуйста, прошу принять меры и сделать какие-то выводы.